На спортивной базе «Айсберг» для детей провели активные игры, а организовано мероприятие при поддержке городского спортивного клуба «Кедр». Развитие темы в сюжете Марии Раскатовой. Их девиз – четыре слова: «За победу порвем любого». Такими словами открыли Новоуральскую спартакиаду школьные оздоровительные лагеря. Победы добьемся, противник, держись! Все команды предоставили свое название и девиз и разошлись по территории спортивного объекта, это участвовать в различных конкурсах. То есть у нас был бег по кочкам, и прыжки на скакалках, боулинг, сырсо. И весь праздник закончится на хоккейном корте веселыми стартами, где будут подведены итоги и лучшие команды награждены медалями за первое, второе, третье место, ну и кубки победителей будут вручены. Было организовано 7 интересных станций, в которых ребята с удовольствием приняли активное участие. О своих впечатлениях рассказывают самые юные спортсмены. Больше всего понравились прыжки в длину. Почему? Ну, потому что у меня это более-менее лучше получается всего, и мне это больше всего нравится. Мне понравилось испытание футбол. Ну, потому что я футболист, я без труда забил. Спортивные мероприятия проводят, чтобы узнать, кто сильнее, кто быстрее всех, кто самый спортивный. Закончилось мероприятие веселыми стартами, хорошим настроением, а также награждением самых ловких, смелых и сильных. Мария Раскатова, Данил Запивалов, Новоуральская вещательная компания.